да. В настоящее время по результатам бурения трех скважин места возможного нахождения людей, к сожалению, везде обнаружена вода в перемешку с илом, в перемешку со льдом. В работе у нас остается одна установка. Сейчас, высвободившимися установками, принято решение исследовать самые нижние горизонты, после чего будет у нас полная картина по всей длине выработки.